Так. Сейчас я бычок загрузил. Ах, ты пришел! Ты пришел! Тебя выпустили, в бычке сидел. Надо подтянуть ее. И вот здесь вот видно, что она не дотянута. Так, это я загрузил. Этот завели, чтобы он завелся. Да, стал лучше заводиться. Все-таки, скорее всего, что это было поршневая. Как бы притиралась. Но хрен его знает. Все равно подогреваем. Но заводится сразу. Может, как в следующем видео покажу, как еще он заводится. Да, тоже постоянно откручивается. Пока ничего не делал. С этими праздниками. Game over половина рабочих, так что не успеваю. Сено вывозил до хрена еще в поле. Сейчас мусор вывезу. Завел, вот сейчас поеду. Грузить. Газель 3 рулона. 25-ку завели. Будет вывозить мусор. Сейчас посмотрим. Вон и здесь гора, надо сено вывезти. А чё не подсоединили? А-а-а. Он скажет, где могут отсюда, говорит, хуй выйти. А как здесь? А? Не знаю. Чё не знаю? Сейчас я тебе покажу дорогу. Нет, ему. А чё ему? А ты чё? Ты только эти, кенталики, да? А они уже меня давно ушли. А, ну так я и понял. Как он называется? Гидробак так сразу был или это топливный? Перед связанный, стойки передние, видишь, сами поперечины, чтоб его не качало, да. Вон тут
дождались. А резина 14,9 на 30. По-моему, МТЗовская простая. Задняя резина. 15,5, да. 14,9 тоже своя какая-то. Нет, три рычага, вон сбоку. Гидробак, а то топливо. Да, да, я вижу. Здесь простой МТЗовский движок стоит. Пойму, какой-то мост, конечно, интересный. Ну да, это не реактивный, это поворотный, потому что у него нету этой сошки, у него цилиндр стоит поворот. Он одну сошку поворачивает, а вторая тягает. Можно и по 5, а не килограмм по 300. Нахер оно надо, да? А мост задний тоже, блядь, простой, 80-ки. Видишь, крышка такая же. И МТЗовский простой движок. Да, сено готовит особенно. Газанешь, и оно все. Несуразный перед как-то большой, вытянутый. Расставим тут лучше выглядит. Модилка. Здорово. Привет. Ты кто такая? Ну-ка. Мамки все. Все мамки, да? Все мамки. Привет. Сено как будто дробленое. Рубленое. Привет. Привет, вон какая. Все с козлятами сидите, знаешь?
кормите, никто вас не доит. Ягнят, да? Да, вон дырка нахуй, сквозная. Ягнят, да? Козлята это. Ягнят. А ты чё? Тоже? Нет. Карантиновские какие-то, да? Параши. Не видно. Тех лучше будет видно. Привет, козлина. Коза. Козадоев. Так он, смотри, тоже один этот. А как он его рубил-то, блядь? Я не знаю, там он тот рулон, блядь, я взял, там вообще туха, блядь. Блядь, ничем не вообще, блядь. Какой-то ему готовил. Тоже старья много. Видишь, не? То задний свет, блядь, лучше, чем передний. Сзади, блядь, 4 фары. Так я все и говорю. Надо мне. Да, да. Надо балку нам сделать такую. Да, поперечину сверху. И вот так поперечину и приварить болты длинные. И закручивать. А у него просто вставляет. Да, 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 да. Ну и так же сделает. Только он когда качает, его не ломал. Видишь, что не понимает, когда. Как и что отцепить.